Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Только что мне позвонили с московского номера, сказали, что служба безопасности Сбербанка. Это явные мошенники. Второй раз уже подряд звонят за последние две недели. Поэтому я считаю своим долгом предупредить всех, во-первых, чтобы не попадались, а во-вторых, описать схему. И поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями, знакомыми, у кого есть карты Сбербанка. Схема такая. Они звонят, говорят: здравствуйте, вы такой-то? Я говорю: да, я такой-то. Служба безопасности Сбербанка с вами разговаривает. Только что с вашей карты пытались совершить расходную операцию на сумму. Ну, первый раз это была сумма 14 с чем-то тысяч рублей. Второй раз вот сегодня только что на 2000 рублей. Скажите, вы совершали эту расходную операцию? Я говорю: нет, не совершал. В таком случае, значит, мы сейчас заблокируем ее. Скажите, пожалуйста, ваша карта при вас? Вот, но только что я сказал, например, что у меня нет карты Сбербанка, ну и первый раз то же самое. Вот, они говорят: ну все равно мы заблокируем там первый раз, второй раз. Сразу положили трубку, явные мошенники. Вот, да, первый раз, когда звонили, говорят: хорошо, если у вас карты других банков, мы должны сообщить в другие банки информацию по системе службы безопасности, девушка сказала. Вот, я говорю: ну, и сообщите, пожалуйста, сказать, какие проблемы, вы же видите, какие карты, каких карт банков у меня есть. Она говорит: нет, вы мне скажите. Вот, ну, в общем, я сказал, что сообщать я им не буду, и то же самое. Вот, друзья мои, это мошенники, это новая схема. Еще раз хочу вас предупредить: никому не сообщайте номера своих карт, никому не сообщайте информацию ту, которая на обороте, это главное. И еще один момент: для того, чтобы обезопасить абсолютно свои карты, я вам очень-очень сильно советую, это вот прямо вот, как его называется... Для того, чтобы полностью обезопасить свою карту, я вам очень советую, неважно какой банк, зайти в личный кабинет и в установках по данной карте, там в любом банке есть галочка такая: операции в через интернет, покупки через интернет. Ее надо отключить. Вот, потому что мошенники что делают? Они берут номер вашей карты, телефон ваш есть, и они пытаются снять, пользуясь вот тем самым кодом, там, который придет вам на СМС. Они скажут: сейчас вам придет код по СМС, и, пожалуйста, сообщите нам его. Вот, этот код они введут и спишут с вашей карты деньги. Но если вы поставите галочку, что запрет операции через интернет, то эта операция не пройдет. Вот именно эту галочку я ставлю. В Тинькофф, например, это делается очень просто, в Рокетбанке тоже делается очень просто, в открытии это делается. Вот, операции через интернет я перекрываю. Потом, если мне лично надо что-то через интернет оплатить, у меня, говорит, блин, не проходит. Вот, ну, я вспоминаю: боже мой, я же отключил операции через интернет, захожу, включаю операции через интернет, покупки, разрешаю их, оплачиваю покупку и тут же снова запрещаю покупки через интернет. Ну, береженого Бог бережет. Я понимаю, что это геморрой для меня же, потому что я так, блин, почему не оплачен? Вот, но тем не менее, друзья мои, сделайте это, и вы обезопасите себя. Простая операция. Поделитесь, пожалуйста, еще раз говорю, этим видео со своими друзьями, знакомыми, у кого есть карта Сбербанка. Я точно знаю, что у многих есть. Вот, если у вас карта Тинькова, это ничего не значит. Вам могут позвонить и представиться от Тинькова, потому что Тиньков тоже очень-очень сейчас широко распространен. И не попадайтесь на удочки мошенникам. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.